Итак, продолжим с графиками. Ну, вспомним давайте, что у нас мы вначале добавили пакет plots и несколько бэкэндов, вот pyplot, plotly и так далее. Итак, вот у нас наш график. Давайте мы сделаем график с разными дополнительными штучками для красоты, которые нужны в конце концов. Поставим pyplot backend. Будем делать так. У нас будет теоретический график sinus x и график разложения в ряд sinus x, ряд Тейлора. И, соответственно, мы их на одной картинке увидим, чтобы было видно, что вот это теоретически, это разложение в ряд Тейлора. Вот функцию зададим. Теоретического графика, ну вот, как-то вот так вот он выглядит. Значит, функцию для разложения в ряд Тейлора, ну тут очень просто, мы вот это у нас генерим члены наши и потом суммируем их все. Очевидно, простая формула. Я взял до 4, потому что если мы до 5 сделаем, то уж больно похож будет на тот, который у нас настоящий график синуса. Ну вот, видите, вот тут вот не похож. Если до 5 сделать, попробуйте, то они очень похожи будут. Итак, что мы тут сделаем? У нас тут два, опять же, две команды построения. Вот с восклицательным знаком это значит, что изменяет состояние. То есть мы построили один график, а потом второй график построили на одном и том же холсте. Итак, вот мы сначала разложение ряд Тейлора, а потом теоретический. Давайте вот сейчас он строится. Видите, что мы сделали. Итак, мы задали цвет линий, задали лейблы. Вот они. И вот тут лейбл задали, то есть легенду. А тут задали линию, что она черная и пунктирная. Вот теоретическая. А тут синяя и толщина, и что она непрерывная. Размер графика, ну это при сохранении в виде файла, вот такой размер будет. Дальше, это у нас отметки на графике по оси абсцисс -5 по оси ординат от минус 1 до 1 с шагом 0,1. Шрифт поставили, это кегль, это гарнитура шрифта на отметке. Дальше, лейбл это подписи косям. Тайтл это название графика разложения в ряд Тейлора. Дальше мы повернули отметки на оси абсцисс на угол на определенный, чтобы они не слипались. Если мы их поставим, они будут наезжать друг на друга, что не очень хорошо. Значит, тут мы нарисовали с помощью вот айвори цвет слоновой кости. Не знаю, как хороший этот цвет. Закрасили. И второй график просто вот так вот без всяких изысков. Ну, как видите, не слишком большие украшательства, но при этом все это можно делать на обычных графиках. Ну и кроме того, мы можем сохранить график.
с помощью SafeFig и или вот так вот, вот с помощью указываем расширение, и он сохраняет с данным расширением. Ну вот, вот у меня вот этот вот, он должен был сохраниться. Вот они. Тейлор PDF. Вот он PDF. И PNG. Можно посмотреть свойства. Вот 800 на 500. То есть то свойство, которое мы задавали размер этого графика. Вот таким образом мы можем достаточно красочные для научных целей графики делать.